Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо». Я Роман Карасев, и сегодня я нахожусь в городе Пазарджик, Болгария. Сейчас проходит тренировочный лагерь под руководством бронзового призера Олимпийских игр по дзюдо 2004 года, весовой категории 66 кг Георгия Георгиева. Он за мной спиной там сейчас проводит поединок. А здесь проходит тренировочный лагерь. И через несколько дней будет Балканиада. Это такой турнир, который собирает спортсменов из стран Балканского полуострова. Болгария, Турция, Греция, Сербия, Македония, Хорватия, Румыния и так далее. Ну, сейчас давайте посмотрите, как проводят сейчас, идут рандури, свободные поединки. Давайте посмотрим, как проходит процесс. Вот руководитель сбора Георгий Георгиев проводит учебный спарринг. Как вы видите, активно принимает участие в тренировочном процессе. В этом тренировочном сборе проходят учебные занятия как молодые спортсмены, так и члены сборной команды Болгарии, кадеты, молодежь и немножко взрослых. Ну и также мы после тренировки сделаем интервью с Георгием Георгиевым, узнаем немножко более подробно, что такое Балканиада, поговорим о развитии дзюдо в Болгарии, вообще в мире. Может быть, даже снимем какую-нибудь технику дзюдо от Георгия Георгиева. И также поговорим о пляжном самбо в преддверии второго чемпионата мира по пляжному самбо, который будет проходить в Израиле. А Георгий Георгиев — многократный чемпион мира по самбо, по разным возрастам, по молодежи, по юношам, молодежи и взрослым. Ну, по взрослым — двукратный чемпион мира по самбо. Так что смотрите наши репортажи, а также репортаж самой Балканиады, где будут личные соревнования и команды. До новых встреч!